Положение было определено хозяевами. Сооружается подиум. К стенам крепятся направляющие. К ним полукругом гипсокартон. Из печного кирпича выкладывается основание. Сверху цементно-песчаная смесь. На застывшую поверхность ставится чугунная топка. Затем подъемный механизм для дверцы. Размер портала 50 на 70 сантиметров. Дымоход немецкий, диаметр трубы 200 миллиметров. Она пройдет вдоль стены дома, на улице. Элементы соединяются при помощи металлических хомутов. Монтируются кронштейны. Они будут держать трубу. Собираются секции дымохода. Используется керамический герметик. Это исключает попадание воздуха и влаги внутрь системы. Охот. Так как хозяева проживают здесь постоянно, и ремонт на втором этаже ими был уже сделан, мы приняли решение вынести дымоход на улицу и зафиксировали его на внешней стене дома. Чтобы обеспечить беспрерывную тягу, мы используем двухконтурный утепленный дымоход, так называемый сэндвич. Он состоит из двух труб, керамической внутри и стальной снаружи, между которыми проложен негорючий базальтовый утеплитель шириной 60 мм. Такая система безопасна, она не нагревается.